Всем, Роман Перес на связи. Я зашел в игру Forest, так как появилось обновление, которое привнесло в игру кооператив. И вот сейчас с товарищем будем его изучать. Первый взгляд на кооператив. Сначала я, в принципе, видел, да? И вы, думаю, тоже. В принципе, многое изменилось. Покрасивее, что ли, стало. Что ж, посмотрим, как это все происходит на самом деле. Так, руки в кровище. Фух. Обалдеть. Ого. Нормально. Вот вы другане. Вообще чё-то толстяк. Прикол. Ладно, надо собирать, в общем, вещички. Пить. Так, так, чё тут? Оружие надо быстрее взять. Я с топором. Прикольно. Что-то с мобилой он какой-то уже. Ладно, чё, едим. Наполняем сил. Так. О! Чё это у меня мобилу достал тоже? Слушайте, ну прикольно. Так. Я уже забыл, как что тут? В принципе, не тормозит и отлично. Так, я еды набрал всего, по-моему. Так. Вон мой друганя. Интересно, тут разговаривать можно? Или что, он завис? Так, ну ладно, что тут? Ага. Это для выживания, что тут уже можно делать. Обалдеть, много всего, походу. Так. Как дела, бро? Да, прикольно. Так, что мне сделать-то? Как открыть инвентарь? А, во. Так, это надо выпить как-то, да? Ага. Вот это как мне восполнить? Что это вообще? Непонятно. Так, босс. Непонятно, что такое босс. Может, мне надо медикаментов съесть? Во, да, медикаменты. Так. Чё, кто там махает? Другая не моя, что ли? Да. Чё, охотимся, да? Ну ладно, давайте побегаем, поохотимся, что делать. Вон у нас. Обалдеть, ну-ка иди сюда. Бедные. Бедные Бэмби бегают тут. Олененки. Есть. Я поймал. Так, прикольно, что надо сделать? Чё, если это достать телефон, что ли? Зачем он мне нужен? Так, Б. Так, а как собирать-то? Ты как его взял? Прикольно. Жалко, он сейчас просто не может на связь выходить. Так. Так, ну ладно, на Е попробовать. Получается на Е брать. Так, это что такое? Камень, что ли? Да, не бьет он этого олененка. Так, возьмем деревяшки. Прикольно. Так. Дом надо, да, построить? Нам вон пишет товарищ. Давайте дом строить, чё. Давно я сюда не заходил. Куда дерево, интересно, будет падать? На меня? Я уже не помню просто. Так. Ломаем. Прикольно.
Офигеть, вот это звук, конечно. Ладно, собираем. Сколько он может набрать, интересно. Так. Ага. Опа, а это что такое? Зависло мне что-то. Так. Крашнулось, да, походу? Вот такой кооператив, ребятки, да? Ну ладно, что ж, попробуем еще раз подсоединиться. Что-то взяло, выкинуло прям меня. Давайте сейчас еще раз подключаюсь. Надеюсь, не заново будет. Загрузка. В принципе, первый взгляд, не удивляйтесь. Вот, будем смотреть, что же из этого всего вышло. Вот. Посмотрим. Вот он висит на проценте, но сейчас прогрузится. И опять я с нуля начинаю. Как прокрутить? Так, надо написать товарищу, что я лечу. И причем звуки слышу, которые, по идее, издает мой напарник. Так, давайте звук сделаем потише. Да, звук я потише сделал. Ну вот слышу звуки, собственно, которые издает мой напарник. Так, ну что ж, можно продолжить. Приземлился. Снова все набираю. Телефон, там всю ерунду. Но шагомер мне такой не нужен, пока я не знаю для чего еще. Так, надо покушать. Что-то там мой друган там валит деревья, походу, вовсю. Пойдем его найдем, а вон он. Так, где там он строит? А, вон, сейчас. Надо подлечиться. Все. Так. Ну что, здесь он, да, решил строить? Давайте, это что такое? А, варан. О, варан нам нужен. Хлоп, хлоп. Хлоп. Ух, я думал на меня. Так, ладно, собираем деревяшки. Так, две деревяшки, что ли, он может носить только? Давайте пойдем две деревяшки туда приколотим. Так. Отлично. Так, нельзя ломать там, где мы строим. О, чемоданчик. Ну-ка. О, еще медикаменты. Годится. Это что-то камень, палка. Так, палки нам нужны тоже для постройки, так что их надо собирать. Так, а тут у нас... Опа! Отлично. Так, вот он дерево рубит беспощадно. Да, жалко, что у него нету скайпа сейчас доступа, ну ладно. Я думаю, в принципе, суть будет понятна. Вот еще один варан. Я помню, их надо разделывать. Жарить и все такое. Вот это разлетелись дубинки. Палки так разлетаются. Так, собираем. Отлично. Все, вперед. Я, интересно, так же выгляжу? Я, по-моему, иначе. Да, я вам как-то в камуфляжке. Так, ищем дальше. Веточки вот всякие нам нужны. Вот еще дровишка. Так, так тише махай топором-то. Сейчас меня завалишь. Так, ну вот деревья он угасит. Типа маленький добыть. Надо аккуратно по сторонам смотреть. По-моему, тут туземцы носятся и днем. Вот, вроде как. Ну, слушайте, игрушка изменилась с тех пор, как я последний раз здесь был. И это прикольно. Так, собираем камни. А, камнями кидаться можно, обалдеть. Ох, еще свалил что-то. Обалдеть. Так, ну ладно. Отлично. Вот еще палочки всякие мелкие. Собираем, собираем.
Так, просто построим дом. Пусть будет так. Это такие тонкие не нужны, нужны здоровые. Вот. Так. Ну-ка. 19. Обалдеть, это еще рубить и рубить. Давайте рубить, что делать. Вот, последнее обновление, в принципе, я не следил вообще за, ну, за Форестом, то есть поиграл в начале, как только вышла игра, вот, потом забил на это дело. А что такое? Падать не будет? А мое что, не будет падать? А, понятно, это не я дорубил, а мой друган. Вот, собственно, с обновлением, там очень много чего изменялось, там прочее, не знаю, может, попозже сделаю обзор. Вот. Где мы поговорим об обновлениях, там что нового. Просто думаю, столько уже обзоров всяких сделано. Думаю, может, не так интересно будет. Ну, посмотрим. Так, давайте там махает во все. Работник. Так, ну мы тут тоже помахаем. Как я видел, тут множество топоров различных, там все дела. Это что такое, не рубится оно, что ли, я не пойму. Что-то анимации нет, что тут что-то высекается. Ну ладно. Так, так, собираем. Собираем дровишки, пока они не улетели. Так, тут что? Варан, ты что тут отдыхаешь? Отлично. Варанчик. Эй. Убежал, гад. Варанчик. Ну ладно. Так, где у нас еще дрова? Можно найти. Дождь уже идет вовсю. Надо как-то быстрее, оперативнее, что ли, строить. О некоторых багах узнал, что не добиваются тела, которые на земле лежат. Вот, второй баг, то, что слышим, чем занимается, собственно, напарник. Вот, что я узнал. В принципе, такие пока основные изменения. Опа! Бам! И мой друган раздолбил, да? Одновременно, что ли, это сделали? Так. Ну-ка. Все, отлично. Теперь дровишки не нужны. Так, как подняться? Как подняться-то туда? Вот как туда? А, во, все. Ну-ну. Звук слышите, кстати? Я уже на дереве где-то, да? А звук, как будто я по воде прыгаю. Ну и что это такое? Давай ты попробуй. Так, эти деревяшки нельзя раздолбать? Нет. Че, он поднимется, интересно? А вид от третьего включается? Нет, не включается. Че он там долбит? Дерево? А, надо одно дерево, может, свалить, что ли? Или нет? О, он забрался, и мне надо попробовать. Так. Ну, как прыгать? Ну, давай, давай. Давай, давай, залазь, залазь. Отлично. Еее. Ну что, мы в домике, да? Теперь нам не страшен дождь. Прикольно. Что тут еще можно сделать? Давайте посмотрим, что там вообще нам предлагается. Огонь. Так, причем несколько разновидностей там, ну это все понятно, так понятно. Камни можно хранить, делать это. Угу. Лежи какие-то. Слушай, тут много всяких построек уже появилось. Прикольно, знаете. Ну ладно. Так, что делаем дальше? Надо другане написать. Так. Может этот? Что-нибудь построим еще или добудем пищу, там костер. Что сделаем-то? Пищу поищем. Так, С что такое? С это сохранится, да? Ловушки для кроликов, окей. Окей.
Так, ладно. Погнали вниз. Так, ловушки для кроликов. Ну и... О! Чё-то я... Нельзя ягоды есть, что ли? А, понятно. Черные нельзя есть ягоды. Я понял. Дурак бы не понял. Так. Давайте съедим то, что надо. Так, это поджарить надо. Выпьем. О, энергия пошла. Ну что, ловушка для кроликов. Смотрим, что нужно для ловушки... Ловушки на кроликов. Это что такое? Нет, это не для кроликов вроде. Это тоже не для кроликов. Нет. Думаю. Для кроликов-то какая ловушка? Вот такая, что ли? Да, вот. Веревка. Так, надо придумать, да, где ее поставить. Давай вот здесь, что ли. Да, здесь сделаем ее. Веревку где взять? Чё-то звук такой, это походу мой там жует напарник что-то. Камень. Ну ладно, давайте, блин, тут хреново то, что... Так, а в руки можно зажигу взять? О, можно. Нормально. Давайте палочку наберем. Вот как веревку делать, я не совсем понял пока. Ну ладно, разберемся. Так, есть. Слушайте, зажигалка что-то не так. Или так все? Отлично. Так. Камень какой-то. Давайте строить. 12 еще немного, да? Давай, руби. Есть, да? Все это ловушка для кроликов. А дальше что? Угу. Не, дальше. Так, первый закат, да. Прикольно. Такой прям. Нормал. Так, надо написать, что я ловушку построил. Да, первый закат красив вообще. Прикольно. Такой прям. Видите? Слушайте, с жигой у меня вообще проблемы, то есть не особо освещает. Костер надо развести. О, это что такое? А, лавка? Да ладно, а? Мы сейчас романтик будем устраивать. Такие два бородача. Я думаю, я тоже бородат. Сядут, будут сидеть на лавке. Это, по-моему, лавку он там, заготовку для лавки поставил. Так, рубим. Рубим. Отлично. Давай-ка, ломайся. Сейчас лавочку сделаем. Костер. Все как надо. Не, на меня не надо падать. Отлично. А где поленья-то? Поленья куда-то здоровые пропали, да? Вижу только веточки. Ну ладно. Походу они улетели куда-то по анимации в другую сторону, да? Так, дровишки нужны. А, во. Я пошел лавку делать. Надеюсь, он прикрывает тылы там, чтобы не напали, откуда ни возьмись эти туземцы. Тут же туземцы опасные. О! Лавочка. Так, теперь нам нужен костер. Костер будем большой делать, да? Вот такой. Да, прям большой костер перед лавкой. О. Нормально, да, так?
на лавке сидеть и такой костер. Не, надо убрать. Надо поменьше костер сделать. А то это слишком круто. Так, давайте-ка. Это меня опять выкидывает, походу, да, из игры? Ну да, видите, ребят, что-то какой-то косяк. Ладно, еще раз заходим. Connect. Странно, почему меня выкидывает? Может, что-то с нетом? Непонятная ситуация на самом деле. Ну ладно, разберемся. С нетом или не с нетом. Разберемся. Так, не заходит. Странные дела. Давайте еще раз пробовать. Будет сейчас заходить, не будет. Ждем, как говорится. Так, ну чё мы? Опять? Понятно. Он ушел. Ну да, гости там у него все дела. Ладно, разберемся. Ну что сказать, в общем, ребята, мой товарищ там покинул меня, но он говорил, там у него гости, что-то такое, да? Вот, да и у меня времени пока не особо осталось до забега. Вот, и сейчас 9 часов по Москве будет забег. Будем бегать с ребятами по Алтису. Вот. А к Форесту я в любом случае вернусь к версии 0.9, да, в кооперативе. Еще побегаю с ребятами. Вот, посмотрим, что из этого выйдет. Интересно, да, все-таки вдвоем бегать. Надеюсь, там уже будет связь. Сейчас не было возможности, да, товарищи, разговаривать. Вот. Так что в ближайшем будущем ждите новых серий. Вот. В принципе, это и был своеобразный, собственно, обзор, да, начальный. Вот, на кооператив он работает. Да, там будут недостатки, они есть, в принципе. Но это не важно. Главное, чтобы разработчики дальше развивали это направление, да, было больше игроков, которые могут бегать в одной локации, да. Или еще что-то подобное придумают. В принципе, идея занятная, да. Я помню, даже когда она вышла, начинал играть, мне понравился вот этот момент постройки, да, своего шалаша, там выживание. Это реально прикольно. Вот. Так что ждите новых серий. Если вы узнали из ролика что-то новое, да, ставьте пальцы вверх. Вот, мне будет приятно. А сейчас я вынужден с вами попрощаться. Пожелать вам мирного неба над головой и качественных игр. С вами был Рамон Перес на связи. Пока-пока.